А когда вы видели его в последний раз? Кого, Жору? Ну, конечно, Жору. Сейчас вспомню. Нина Сергеевна Шацкая. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Снималась в фильмах «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Чрезвычайное поручение», «Саша Сашенька», «Инспектор Лосев», «Сукины дети» и многих других. Я измучилась. Ты стал уплывать от меня, стираться в памяти. Нам необходимо встретиться. Ты меня слышишь? Нам необходимо встретиться. Твоя жена тебя угробит. У тебя больное сердце. Тебе нужен режим, покой, диета. Ничего, ничего. Я думаю, что из-за этого он вас не разлюбит. Была женой актеров Валерия Золотухина, позже Леонида Филатова. Скончалась на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Похоронена на Троекурском кладбище Москвы. Не скучай. Время летит быстро.